Ты сказала, вы едете в какой-то Феникс. Что это? Это лагерь. Примерно в 40 километрах отсюда. По трассе проехать не сможем. Там много тачек, которые остались от тех, кто пытался уехать. Плюс много зараженных. Толпы. Я верю, что в лагере безопасно, что скоро власти наведут порядок, все наладится. Я уверен, там есть врачи. С чего вы взяли, что они нас примут? Как я поняла, ты, Егор, мы не вместе? В смысле? Как пара? Я его даже не знаю. Я должен попасть в Феникс. Почему ты так рвешься именно в этот лагерь? Злюсь, потому что нет ни мамы, ни папы, ни нашей собаки. Нет больше ни черта. Может, тебе нравится убивать людей? Если я, по-твоему, так опасен, тогда пошла вон из машины. Стоять! Стоять, я сказал! Спокойно, мужики. Вы из Феникса? Сегодня у тебя отобрали что-то очень важное, но ты этого даже не заметил.